позицию, больше упор на центр карты, приемку точки А. Ну и, скорее всего, бомба уже будет установлена, но посмотрим. Возможно, перфекта вообще тут никого не пустит, но он отлетает с первой от стю, и пока что бэплен под контролем атаки, и шикарный раунд получается у команды Liquid. 5-4, бомба стоит. Прям идеальный заход, еще и стю и до кухни дошел, то есть дым в шарте, стю и в кухне, энтри килл. Все карты на руках сейчас у команды Liquid, Simple с подсадки никого не заметил. Ну что же, да, speak. Два магазин, кухня, два зик, и все это на глоках, это будет очень-очень даже сложным. Но, возможно, все получится у ребят. Ну, хорошие размены. Флейми, Бумыч, Электроник. Размен от Грима и Нафа. И в итоге 2 в 2. Ситуация Элик 1. Киты выпали, очень давно уже стоит эта бомба. Ну, тут не, да, не спасти такой раунд. Слишком сильно пищит бомба. Перестрелка. Электроник все-таки не убивает Грима в шарте. Ну, я так понимаю, взрывается. Нет, все-таки убиты. И ставка идет как раз-таки на поджим ямы. Электроник. Ему точно инфу дали, что там прилетел дым. Надо просто убить ЦЗшки в упор, чем он и занимается. А сейчас, если прочекать дальше, он увидит бомбу и выиграет раунд. Он не видел бомбу, он пошел хелповать тиммейтам. Вот это да. Повезло команде Liquid, что Элик просто не увидел эту бомбу. Ну да, он действовал по ситуации, откуда ты знаешь, что там бомбу они забыли, и там больше никого нет, это было бы нелогично. Да, тут на самом-то деле проблема у Нави, если честно. Посмотрите, очередной шикарный раунд уже готов. Там осталось только не получить от Симпла вот здесь в шарте, когда лифт пойдет. Ну вот структурно Нави не поменялись. То есть Флейми пошел в кухню уже чекать КТ, потому что пустое окно, пустой коннектор, пустой шорт. И все, вот он пошел, сплит Б. Перфекта, сразу размена Теллиджа, видели Флейми, пытается его загнать Наф, не то что пытается, он просто въезжает в него с юмпиком, как его не перестрелял Флейми, непонятно, но по факту бомба и сейф от команды Нави мы должны увидеть прямо сейчас, и выход на 4-0 для ребят из команды Liquid. Вот все, энтрикил, всего достаточно, дальше раскидываем аплент и по размену тащим раунд. Бумыч видел проход в КТ. Он тут один. Наказывает бомбера. Так, ну нормально, выбил бомбу. Может быть, успеют еще прийти на помощь. А смоки-то сейчас уже там додымят, поэтому да, все, бомба в пленте. Ну, можно было и сразу рискнуть без этой открытой бомбы. Вы тут впятером никого не запускаете на мидл. Зачем она вам то с той стороны? Раз сегодня маринуем, так давайте по полной. Окей, 4 в 4 на бомбе, Liquid. Отделались испугом, можно сказать, с этой бомбой. Под флешечку будет пикать у нас Бумыч. И никто не подставляется особо не пикой. Да, вот сейчас нужно было, потому что было бы неплохо подловить коннектор. Ну и хорошие шансы появляются у Нави. Нав, только один минус. Потом про Дуэлич и Грим как писается шикарно. 2 в 2, все, Флейми один. И жестко-жестко все-таки Liquid берут этот раунд. 5-0. Контролирует свою часть карты. Симпл, вот и фраг в центре. Все красиво. Наконец-то Нави вообще энтри сделали на этой карте. Да, вот и первый. А вот теперь посмотрим, что тогда ребята из команды Liquid в меньшинстве. С пониманием, что у соперника АВП. Ну, и тут, по-моему, тупик просто. Сейчас, наверное, соберутся и раскидают этот топ-ленд или нет. Или все-таки теперь уже пойдет там тащить на флай. Давайте посмотрим. Нав пошел там играть перед ямой, стюи под Б. Ну, Нав пока здесь проверяет смоки, понимает, что там часто тенька кто-то из Нави тоже вот бывает, если поджимают ковры, вот смутится в этот смок, поэтому там нашивает Тетрис немного, ну и как-то показывают, что мы здесь, а вот сколько нас там, я один или нас целая банда, я развожу, еще не ясно. И в итоге, да, вот в принципе, как мы и ожидали, хотя подождите, это не точно, это смог в окно только от твиста. Ну, сплит 2 плюс 2, судя по всему, будет, двойка в яме, двойка коннектор, возможно, в окно рискнут, конечно, залезть, но там, по идее, Элик должен таких парней отстреливать. Так, а кто раскидывать-то будет-то? Вот 0-6 могут раскидать, это твист и наф там. Два молика и две флешки. Да, тут особо не пораскидаешь, поэтому коннектор пошел первый. Яма сама там проверяет все себе. Минус от электроника. Второй минус от электроника. Ну и походу, да, тут уже сломали этот раунд. Второй фраг от Симпла и минус от Бумыча. Завершающий в этом раунде. И вот он и первый для команды Нави. Ну что, энтри килл был у Нави. В принципе, после этого Liquid немножечко растерялись. И сейчас решили без контроля карты просто выйти на точку А. Вот такой вот олдскульный раунд из 2015 года. Бум-бумыч. Но одного забрал. Так, ну все-таки, да, прочувствовали уже момент, что будет близко кто-то играть. До этого не было никого перед ямой. Дальше хороший прострел от Флейми. Грим, да, пострадал в этой ситуации. Очень неприятно. Но и вот же втроем Liquid пытаются установить бомбу. Но здесь все сложнее и сложнее ситуация. Хорошая флешка для Флейми. Ай-яй-яй-яй, как же не дают ему играть, и флешка, и дым сюда же. Симпл находит фрага, фраг Буэлиджу, Нав подъехал. Ну все, твист тут уже никуда не уходит. Два подряд за Нави. Ну, бомба, да, была, и будет еще один бай у команды Liquid. Я думаю, как-то они там придумают, как сейчас раскидаться, и как бы надо еще немного поработать Нави. Хотя как раз Нави тут надо
все больше и больше раундов брать и как-то стараться вот не отдавать в ближайшее время там 6-7 своим соперникам и стараться вот выйти на 10-5. Но это, конечно, будет непросто. Вообще это дым, ранбуст. Там выйдет подвал, и там вопрос, как Элик в какую сторону будет смотреть. Вот Элика в спину можно бить, а его в лоб просто убили. Нашли Симпла. Но все-таки центр. Ай-яй-яй, решил уходить не в шорт Симпл, но в итоге все-таки выживает. Нормально, Бумыч хорошо вписался. Бомбу забыли, Ликвид. Они куда, куда, парни, бомба! Понятно. Так, 2 в 4. Да ладно, с первой вырубили флейми, но 40 секунд, можно еще вернуться. Нави-то не видели эту бомбу? Ну да, да, сейчас начнут заходить там в окна джангла, а тут атака обратная такая, идет тебе навстречу, саплента. Вот да, да, она. Ребята, вон она. Стюи слышит КТ? Слышал двоих? Или это байт? Это хитрый байт от Саши Симпла. Ну и в итоге Эльдж один с пустым деплентом, кстати. Да-да-да, бомбу точно поставит прямо сейчас, а дальше Бумыч 21-51 Симпл. Слушайте, он может и клатч потащить вот при таких раскладах, но очень быстро сюда летит перфект, а все-таки... Кто как не опорник бы плента должен вот переживать за свою точку больше всех. Так, ну быстро, главное теперь быстро не умереть. Слышал прыжок Эльдж. И я, скорее всего, уверен, что он понимает, что это его не разводили там прыжком с той стороны, а именно впрыгнул сюда игрок. Перекрестный огонь, Бумыч. Ну, перфект, справляется один, это третий раунд для команды Na'Vi. Так, ну и выход просто на Б. Просто на Б, там два опорника, кстати, плюс еще и Симпл здесь стоит. Да, тут Саня в деле, попадает, но не ваншотит по гриму. Здесь вот мог еще доработать, но посмотрим, как сыграет перфекта. И Симпл добивает, правда, его разменяли, спалил там на флай, и перфекта понимает, что он смокак, да, Na'Vi, минус 2. Электроник, хороший там, кстати, раздамажен игрок, и вот Элик мог его подрезать, но, к сожалению, не попал. Смоком закрывает обзор атаки, туда же Молик, по-моему, подальше закинул. Na'Vi успел выйти, очень много дэмэджа. Хаешка нанесла, но Молотов его, да, не сожжет. Ой-ой-ой, Na'Vi зря вышел, вроде такая классная позиция, но потом понимал, что смог там на окне скоро развеется, и надо как-то выходить вперед, и нарвался в итоге. Что, меньшинство для команды Ликвистью, и хорошая позиция в углу, его не чекают. Ну, твист умер, ну все, из угла. Да ладно, крутится в этом углу. Фуф. Нормально, раскрутились Na'Vi, диффузится бомба, четвертый раунд для защиты. Так, смотрим, уже залетает Эльдж, получает урон серьезный от перфекта, 28 хп, минус. Легко, минус от Симпла, без проблем. Бэпленд, все остальные. Ну, тут какая-то вообще легчайшая просто для Na'Vi Свинсера. Пятый раунд берут за защиту, ребята, ну и... Так, ну Элика убили, то перфекта, по-моему, даже да не ладно. Перезаряжался. Грим, грим! И патроны закончились. Да убейте же уже грима, как он крутится на этом пятачке. Троих убил! Четверых! Нет, четверых не убил. Пытаются выиграть этот пистолетный раунд. Очень важно. Поджим подвал, сейчас увидим, друзья. Ой, а как же так плохо стрелял первый, непонятно. Флейми дает размен, Эльдж на рулоуде его будет зажимать со спины Симпл. Эльдж или Симпл? Ну, тут перфекта в данный момент. Да-да-да, перфекта. Да ладно, не убили, все-таки Эльджа 8 хп, но тут в центре Симпл, а мы как в воду глядели. Саша Симпл дает этот минус. Ну, мы видели, что он закрывал с другой стороны, просто непонятно было, да, как там справиться или не справиться со вторым мистер Эльдж. В итоге 4 в 3, большинство для Na'Vi. Ну, главное не терять фокус, потому что вот сейчас уже грим будет немного удивлять Бумыча, и сейчас капитану может зайти в спину, выбить дым, флешку. Ну, там плен пустой, в принципе, электроник уже да, вышел. Бумыч ждет, все нормально. Он тут вообще фейковать, по идее, собрался уже. Ой, там надо Бумыча, все, у Бумыча драка. Грим. Ну так, выстрелил, попал. Бумыч очень активно фейкует. Да, все, 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 всех стянул Бумыч на себя. На самом деле... И ушел. Да ладно, его не так... А, там пошел в ПЛС, грим. Натопал, сделал вид, что ушел. Ну, это просто... Просто Бум-Бумыч. Ну, ладно, фейканул хорошо, никого бить не получилось. Надо было не возвращаться, надо было уже убегать. У него как раз была возможность, но в итоге 3 в 3. Но пока дойдут до точки, как бы... Ну, тут можно арморы сейвить. В принципе, гранаты есть, два легких армора есть. Куда тут без дефьюз китов через всю карту идти в ритейл? Ну, подождем, там еще может сыграть грим. Ну, может такой даже треугольник получиться. Грим с шартастью, и мы видим вот тут вот. Ой-ой-ой. Ну, разменялись на грима. И папастью есть, Эридж! Отличный мув, причем почему-то прострелом в дым показал худ. Так, размен, все, Б. Б под контролем Na'Vi, и, в принципе, уже можно не дергаться, по-моему, игрокам команды Liquid. Дернулся Эльдж, получил по голове от Саши Симпла. Ну и вновь сейв, вновь сейв. Или идут, а что? Ладно. Что там, два смока, три флешки, гигл, юмпик. Аешка под ноги на флаю. Ну куда, куда тут лезть? Нет, все-таки уходят. Ликвид, ну понадеялись, видимо, на какой-то халявный минус. Но в итоге просто Хаешка прострел, до свидания, мистер Эльдж. Не, ну он вроде под ковры как-то выстраивался, но в итоге что, нарисовал там, да? Да, он на земле.
Интересно. Так, Элик, отличный тайминг, Стюи был абсолютно не готов к этому выходу. Нав, правда, ответил. Так, а вот и Simple доезжает по Навку. Так, все закрыто, остается Грим. Его слышали только что, и Бумыч уже закрывает ему подход к точке А. Это 8-й раунд для Нави. И вот еще чуть-чуть, еще один ружейный, как это сделали Liquid, вот первый. Еще один эко и 10-10, а там уже посмотрим, кто сильнее на Мираже. А вполне вероятно, сейчас Нави ответят. Счетом 5-0. Именно с такой статистики начинался у нас этот Мираж. Загоняют Грима. Тут, в принципе, у него был только Дигл без армора, но тем не менее. Серьезно, уже идет аркада по плента. Но, правда, Элич, возможно, еще успеет там магазин принять. Грим, отличный антрикилл. Стюи спиной все-таки к шарту развернулся. Возможно, зря, потому что все-таки опорник там сделал минус. Но в итоге Нави с одной только потери выходят на базу Б. Причем тут было три человека, и всех трех Нави убили. Жестко. Тоже рву тайминги чуть-чуть. Вот неожиданно они вышли вообще на точку для команды Liquid. Ну и мы видим... Поджим ковров против электроника. Пошел прямо сейчас. Дигл и М-ка на размене. Электроник занимает все-таки... Ой, угол по стенке. Посмотрел монитор. Тиммейт увидел двоих. Но минус не дал сразу. Ну, хотя бы сейчас одного. Да, забрал. Это очень важно. Или ждет размен. Плюс информация. Прожимали ковры. Будет ли реакция какая-то? Они могут Нави тут сразу же в ответ, например, в Б въехать втроем. Бомба вообще в респе. Один игрок в коннекторе, один перед ямой. Выходить на Б только остается. Ну вот Бплент начинает расшатывать оборону. Посмотрим, поведется ли точка А. Остается на контроле Нав. Это самый важный момент, то, что он продолжает смотреть коннектор. Уже дают информацию, что один точно в коннекторе у соперников. Ну и теперь уже, да, окончательная атака на точку Б в исполнении команды Нави. Еще один дым готовится Симплом. Есть две флешки Молотов и Хаешка. Основной раскид у Флейми. Но Бумыч, посмотрим, он пройдет ли через Зик. Не штрафанет ли его в дым, там, например, Нав. Нет, не штрафанул. И пока все шикарно для Нави. Так. ЦЗшка и Дигл на пленте. ЦЗшка дает минус. Релот. Безрезультатный Стюи. О, вот это уже серьезно. Я думал, Бумыч все-таки добьет. Сколько там? 4 пули у Стюи. Еще может реально повесить хедшот. Да ладно, попал по голове Симплу. Тиммейты супер далеко. Стюи забирает этот раунд в соло. С Диглом против троих игроков Нави. Жесть. Жесточенный Стюи. Но дым этот уже рассеивается на коннекторе. Нав готов давать свой минус. Под раз, два, три. Три флешки дали Нави. Ну, как бы, да, понимает Стюи. О, понимает, но ничего с этим сделать не может. Жесткая ответка от Нави. Минус от Бумыча, минус от Симпла. И, в принципе, можно сейвить, да. Тут ловить нечего. Будет полноценный оружейный раунд дальше у команды Liquid. Ну, плотно рубится команда на Мираже. 10-11. С экономикой остается защита. Да и атака сейчас точно никуда не пойдет. Так, Симпл. Наверное, хотел пикнуть лавку. Да, пикнул. Твист. Становится легкой жертвой для Симпла. 19 на 9, кстати, у Костылева. Отличный счет. Не на того снайпера вышел. Он в этой яме. Ну и да, действительно, учитывая то, что там первые 5 раундов вообще у Саши было 0. Ну потом включился. Действительно, очень круто. Ну как тут без него? Явно не обойтись при таком счете. Ну что, Liquid нужно рисковать вчетвером. Всю плоскость карты The Mirage не законтролить. Нав, как мы видим, уходит. Наверное, даже Грим куда-то уйдет. Не, ну... Пока непонятно. Молик прилетает там под Грима, остается обратно и уходит на АВСВП на БМ. Смотрит Зик. А Нави могут вернуться сейчас просто на раскидку Аплента и, в принципе, будут абсолютно правы. Это и происходит. Возвращается атака на свой респаун, там, кроме Перфекта. Возможно, он просто будет люркерить либо с Бетом, либо через подвал играть центр карты. Ну и пока все просто. Что ты между сейчас дал Стюи? На сэндвич? Так. Он в яму, наверное, должен был залететь. Как так вообще, да? Понятно. Нам его показывали. Ну ладно. А дыма в яму-то и нет. Элик ныряет просто во вражеский смог. Стюи! Вот. Ты за какую команду играешь? Вот для этого, наверное, и был он туда накинут. Чтоб очень... Элик в него зашел его. Да. Может быть, они там все прочитали, но это как-то... Так зашел и жми его, но как-то что-то не жмет. Непонятный смог, честно. Вообще непонятно, что это было. Повтор покажет. А тут еще попробуй засейвить. Сейчас тебя закроют в позициях КТ. Ну, как бы тут 20 секунд, с другой стороны, можно еще и бомбу выбить, но бомба установлена, выдыхают фанаты Нави, все нормально. Рана не случилась. Ну да, это что-то немного странноватый получился прием. Так, Бумыч уже простреливает по второму проходящему, Нав, он же не ушел двух, все, закрывают перфекта с Б ковров, и да-да-да, надо забивать прямо сейчас весь этот сейв. Попал прострелом Симпл, но все-таки Нав выживает, правда, тут уже окружили, а тут... А то все, хана. Тут только стрельбой надо отбиваться сейчас. И это получается раз, два, три. Но перфекта забирает Грима. Остается Нав с авиком. Оп-оп, мансует. Классный фазум. 1-1 против Симпла. У которого 4 хп, да? Ну там... Нет гранаты, Саня? Саня, ты в порядке. Хп
порядке, Саня? В полном порядке, он точно знал, где находится НАФ, и на моменте установки бомбы забрал все-таки снайперскую винтовку. Ничего не дали засейвить. Будут заводить в окно игрока. Перфекто. Тайминговый молотов пошел. Ну, закрыть дымом коннектор, точнее джангл, и пройти. Ну, а, под флешку вышли. Просто, да, пошел коннектор, и как-то... Слушай, как Нави их читают жестко. Эридж, Эридж! Вот двоих практически, убил. Да, читают. Вот если бы еще не этот момент, все было бы вообще идеально. А вот один нормальный боевой раунд. Там ребята немного подзажались в джангле вдвоем. Там же бомба, там бум еще перфекта. А, выходит Флейми. Тут без электроника и симпла будет доигрываться этот раунд. Ну, посмотрим. 3 в 3. Довольно интересный момент. Уже тут прописали Бумычу. Добивает его, пытается добить его хотя бы моликом Нав. Была бы хаешка, бы взорвал бы. Так, сжег Бумыча. Он вроде бы убежал от коктейля Молотова, но, видимо, разгорелся. Это была бомба. Это слитый раунд. 1-2, без бомбы, перфекта, по нему есть инфа, авик. Давай, перфект, просто на морозе. Смог. Не, брони фейкует, надо было делать парням и ставить бомбу. 10-9 секунд, перфекта, против двоих, 7-6, ну тут уже будет плентить. Не попали, не попали! Ну ладно, спасибо за шанс, ну шанс такой, друзья, просто надо хлоп-хлоп. Хорошо, атака 1-1, оу-оу-оу-оу! Изи клатч 1-2 для Ильи, забирает авик, делает квадрокилл из 3 хп, тащит просто максимально важный раунд для Нави. Ну что, дым на старт, побежали Нави, выпускают Бумыча, Симпл пытался чекнуть лавку, а здесь контратака. Флейми ждет, хорошо, второму, да что-то вообще все хуже и хуже идет игра вот у команды Liquid в завершении этой карты. Шикарно здесь Флеймич их разорвал на своей позиции. Ну что, тут уже, наверное, дальше пойдут поджимать. 3 в 5-то по плентам не посидишь. Элиш слышал Бумыча. Он тут двух никак не заберет. Это будет фантастика, если он заберет ближнего. Еще Саня не промахнется, а тут еще и третий. Ну как тут? Так. Увидел одного, да, второго. Да ладно, вот так вот. Саня тоже пошел вперед в этой ситуации. Как-то вот ребята тут немного нафейлились. В итоге 2 в 2. Ого. Разворачивают Liquid этот раунд. Фантастический поджим центра карты. Причем есть инфа по мидлу. Тут минимум один разменивался. Правда, решили Liquid рисковать, как мы видим, играют отдельно друг от друга. А у Нафа еще и армора нет. Сейчас кто-то из них пойдет жать. Вот. Либо оба сразу же. Вот. Ну, сейчас увидим. Потому что 2 хаешки на тикет. И Наф взрывается. Очень-очень. В КТ можно зайти, да-да-да. Это вообще, если разбито. Разбито? Ну, покажи спектакль. Оно должно быть, по идее, разбито. Разбито. Да. Все, сейв-бомба, в принципе. Джангл пустой, дым на коннекторе позволяет ставить плент. Нав расстроен немного. Ну что, попытается сделать ретейк без дефьюз-китов Liquid. И без гранат. А 2 хаешки на месте. Если будет какой-то смог подобран даже, то как бы... Хотя там сэндвич играет флейми, поэтому будет контакт раньше. Вот и пожалуйста, перфект, вновь 1 в 2. Так, фейк по бомбе. Первого забрал, знает про второго, он точно в пленте. И второго забрал, перфекта, снова тащит раунд 1 в 2. Новый клатч министр в здании. Так это ж его карта, ты помнишь? Бит могут на 14-14 выйти. Или не могут, Симпл просто дает энтрикил. На Б никого не остается, дым флешка. Ну что, Саня будет пытаться отжать точку, либо просто создал тут шума немного с тиммейтом. Ну а зачем так просто отдавать им гранаты, если вы никуда не идете? Ну супер фейк получился, тут 2 человека на Б, но при этом действительно остается один дым всего лишь у команды Na'Vi за минуту 20 до конца раунда. Ну да, и как бы... Ну давайте смотреть в итоге, что они делают. Им-то виднее, 2 подвал, 2 центра с бомбой, и яма там выходит Флейми параллельно, будет играть против Твиста, там Твист не самый сегодня страшный воин на карте. На флай, вот авики в центре работают, минус Бумыч. Так, ну по крайней мере, а я взорвет Элика или нет? Не-не-не, молота пока долетит, пока разгорится, нормально, Элик отошел. Но центр карты не под контролем Нави. Или Симпл там все-таки вышел? Да, Симпл выходит. Ну, как-то уже не такая приятная ситуация, как была в начале раунда, когда Саня дал энтри. Но он не рискнул просто, он все правильно сделал. Хотя вот если бы там был бы третий рядышком с ними, возможно бы втроем бы и пошли бы тогда выходить в этот дым. 35 секунд, Нави все еще не вышли на центр карты. Супер поздний какой-то тайминг будет. На Б все-таки. Может Элика в окно подсадить вообще? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Нав! Закрывает все-таки Симпла. 24 секунды. Они даже к пленту не подошли еще. Так, а Элик там пройдет или нет, но это попозже посмотрим. Да, Элик проходит в зиг в итоге. Нав немножечко там завтыкал в этой ситуации. Но здесь Элич все-таки дает важнейший минус. И 2 против 1 на точке, но забирают. Ого! Ставить бомбу, Флейми успел.
2 в 2. Нави, Нави. Увидели Элика. Ну, гранат нет, хорошо. Вот последняя под флейме залетела. Лучше бы под Элика набросили. Жесткий пот. Но инфа появилась чуть позже, чем полетела граната, походу. Ну, это твист 7-18. Может быть, вот он тот самый раунд для канадца. Ну, инфы больше, конечно. Есть пытаются Элика там нашить. Сейчас, скорее всего, один останется в флейме, и там вопрос, как он сыграет. Так, флейме? Да ладно, ноузум от Нафа. Вообще, просто вжарил жестко самый пэп. Ну, была бомба, с другой стороны, но это, походу, выход на 14-14, и все. 4 дигла и охота за фрагом. В принципе, такой довольно понятный раунд от Нави. Надо врубить режим Magisk. Опа, есть первый. Пошел флейме. Элиш переживает, смещается назад в плент. Бомбу подбирает Simple. И они на Б в итоге идут. Да ладно. Чуть-чуть бы, по-моему, резче сразу. Там, по-моему, увидел его Нав просто какую-то текстурку, выходящую из ковров. Можно было и второму прописать, а 5 в 3 это было бы уже очень жестко. Там хоть с глоками 5 в 3, есть 5 в 3. Ну, теперь, конечно, с базы Б никто уходить не будет. Гранат по-прежнему нет у Нави. Стюй хорошая позиция. Если он убьет бомбу, то это... Ну, все, закрытый раунд. Ну, так и будет, да. Перфект отдал минус, но как теперь за этой бомбой-то идти? Оп. Да подожди, там через подвал сейчас побежит. Элич все-таки не дал. Это в зиг побежал игрок. 2 в 2, 2 в 2. А ВП у электроника. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, его ждут. Вот тут не смажет явно Стюи. Отличная игра, и все понимают, где последний. Ну, разве что магия сейчас будет. Какой-то дикий прострел, не ваншот от Стюи. Забрал бомбу, 27 секунд. На, он успеет или нет, непонятно. Ныряет, тем не менее, перфект. Нет, делает вид, что ныряет в подвал. Рано-рано засветился. Вот еще бы пару секунд подождать. Вот, и они бы поверили, что ты ушел. Так, ну такой вот минимальная попытка, да, вернуться по счету. Но, тем не менее, пока все шансы есть и на победу уже. Особенно после этого энтри-килла. А дальше-то тут... Нав, Нав, Нав! Ой-ой-ой, опасно гулял, но больше не пойдет. Нав уже понимает, что все, хватит рисковать, есть энтри. И уже хорошо, что мы остались 5-4. Ну, в итоге давайте смотреть, что придумают Нави. Под Б работает перфекта, там пока что дым от Стюи, точнее Грима. Грим держит Б ковры. Стюи как раз в лифтах с ВП очень опасно, он там контролит центр карты. И если кто-то пойдет туда вот за апельсины, там под стенку, то уже можно пострадать. Так, одновременно два смока там залетает в окно от атаки, от защиты. Стюи замечает Симпла, дает информацию, что под окном точно есть игроки. Элиш занимает хороший угол, интересно, будут ли его контролить. Ну, а Симпл попытается вырубить Нафом. Мы видим Наф, но он пока снизу. Он смотрит яму. На сэндвиче как раз находится твист. Он смотрит ковры. Чуть перестроилась команда Liquid. И вот, да, Нави пока не могут их найти. Бомба идет на респаун атаки. И по ходу, что по гранатам... Да, заход на точку А вот-вот начнется. Но Стюи может коннектор в спину убить в любую секунду. Мы это видим по карте. Пошла флешка Элиш, будучи в планете, погибает. И спину, по идее, не попадет там. Твист все-таки живет на сэндвиче. Очень многое сейчас от него зависит. Конечно. Мало дэмэджа, твист. Ну тут, да, его просто замучили и хелпануть не могут. Ребята с КТ, вот если бы они начали движение, возможно бы еще как-то получилось бы. Но в итоге 3 в 3. Саня с одним хп, электроник 7. Не попадает Стюи, что происходит? Бомба. Сгорел Симпл. Бомба зато стоит, и третий клатч для Перфекто. Ну что, Перфекто. Министр снова должен быть в здании. Третий клатч, снова на базе. Министр Миража, да? Ну, посмотрим. Нет инфы у Стюи вообще никакой. Меняй девайс. Байтится на свой жавик, там пусто. И смотрит яму и умирает. Ну что же, легчайшая для Перфекта, маппоинт для Нави. Все с А ушли, просто пустой плент. Электроник, отличная позиция, все, слышит КТ. Слышал одного точно. Просто идеальный фейк. Инфу не дать. Вот сейчас оттуда залетает смог, все, ребята должны смотреть в КТ по-любому. И возможно даже понимать, что там двое. А что-то они пока выйдут, тут уже вся команда Liquid вернется. Да подожди, должны смотреть ребята. Так, все нормально, Саня в позиции, минус твист. Умыч, 5 хп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, все, выдохнули все, бомба стоит, друзья, все, рано не будет. Ну и теперь уже смотрим за положением. Стюи хорошо въехал, минус Симпл, минус Перфекта, минус Бумыч. 2 в 4, ну можно, можно еще спасти раунд. 2 в 3, 2 в 2, хорошо, ребята. А вот это зря, ты... Ну, спасал Элика, в итоге вышел на два ствола. Есть инфа по электронику, там дефьюз кит, это допы, дамы и господа. Ретейк в меньшинстве на базе от команды Liquid. Это 15-15. Может и смог залететь. Сейчас посмотрим, как, в каком направлении будет двигаться команда Нави через молик. Ну, как-то слишком легко для Стюи. Спина Бумыча, и есть большинство. Окей, смотрим за продолжением. Элик все-таки залетел в джангл. А вот это хороший возможный момент.
Оу, ну вот тут на флай может и выключить. Ну, Элика бомба, то есть там не удастся сидеть контролить джангл, нужно идти в плент эту бомбу ставить. Ну, походу, по Элику и не было инфа, вот теперь точно понимают. Ребята отлично выключают нафа, Элич слепой. Смотрит уже по сторонам в мониторы тиммейтов, но все-таки дает один минус, но этого недостаточно. Электроник ставит плент, Стюи, убьет ли Флейми, непонятно, нет. Оу, Стюи, спасибо. Отпускает электроника, ну и там что, Грим, стейт спа. Ну что же, Грим, есть все, информация по одному, по второму, там, кстати, может выходить Симпл, а, он СВП, ну туда особо не по... О, это дым на руку, это просто дым на руку Симплу. Слышит этот скоуп. Флейми в коврах, гранатки есть, ну две флешки есть, только в эти ковры накинуть. Вообще не чекаю Симпла. Ну все. Фейк по бомбе. Не поверили в этот фейк. Нави, ну отличный прием получился, прям очень здорово. По Симплу даже инфы не было, то есть он там стоял, в его сторону даже никто внимания не обратил. Вполне вероятно. Но лучше 3. Да, 3-0, конечно, это был бы шикарный старт для Нави. Пока что война за подвал. Элидж. Так его не видел. Электроник. Не видит. Не видит. Ну, размен нормально, нормально. Ну, как-то, да, не ожидал чуть-чуть. Вот, возможно, бы было бы круто, если бы вообще не дал минус игрок обороны, но это было бы... Наверное, немного странно. Так, смотрим за продолжением раунда. Продолжают играть там в центре карты три игрока команды Na'Vi. Флейми на своей позиции в коврах. И, возможно, мы увидим просто повторение раунда. Правда, вот теперь нет электроника. Кто-то другой должен там попытаться подворваться, возможно, в джангл. Либо дождаться Зик. Оттуда пойдет Грим. Стюи уже на точке. Яму прожимает твист. В яме никого нет. Вся ответственность на Стюи. Сейчас возлагается. Его отрезают дымом. Подсадка в окно. Или просто залезет туда игрок. Сейчас посмотрим, как они. Так, аккуратненько подсадили. Грим в кухне. Бомба вообще уходит на Т-респаун, как я понимаю, это Симпл. Главное там от твиста не умереть. Ну да, надо понять вообще, был ли прожим ямы. Он понимает, что здесь не контролировали. В Флейме весь раунд простоял в коврах, поэтому перфект тоже возвращается сюда. И да, вот в итоге так и будет играть раунд. Один окно, два яма, один ковры. И вот, да, тут надо очень важно хотя бы разменять прожимающих. И перфекта запускают вперед. Что-то он как-то жестко натопал, но тем не менее флешка идеально. Вторая туда же твиста без шанса проходит Илья. Стюи в пленте. Первый забрал. Так, ну вот тут посмотрим. Нет, там был нолик, Флейми спалился. Стюи тащит раунд, знает. 14 секунд, Стюи все еще живет в пленте. Третьего убил. Ну все, это раунд. Стюи просто круто тащит, и тут никаких шансов нет. У Симпла великолепная игра, квадрокилл от Стюи, и это 16-16. Должен быть основным снайпером в команде. Но все равно по-прежнему вопрос, кто это. Пока Нав больше вот работает с ВП, но получается у Стюи явно поярче. Ну именно на него снова идет команда Нави, то их тянет на позиции, где Стюи. В этот раз, как мы видим, он на базе Б, флешки его не отвлекают абсолютно. Первого забрал, ливает. Уже под окно в прыжке, нет, этого не будет. Симпл ответил. В Cold Zero решил поиграть. Да. Ладно, Молотов под Нафа, ему там неприятно. Минус Грим, размен должен быть. Время есть, целая куча, поэтому здесь без проблем вообще доигрывается этот раунд команды Na'Vi. И в итоге, скорее всего, 2-1 за атаку, либо клатч для Эриджа. 1-3. Тут можно даже не воевать с ним на самом-то деле, то есть бомба закрыта. Ну да, пусть идет. Ну или так, или сразу же пикнут. Пикнуть куча игроков. Подсадка против Стюи. Ой, нет, Стюи был к ней готов, Симпл. Ну вот Симпл как-то и не целился на стул. Перфект, а прогоняют коктейли Молотова. Энтри-килл для команды Liquid. Меньше минуты времени у них остается. Центр заняли. Тут еще Элик. Не так просто. Перфекта должен помочь. Перфекта хотя бы на размен. Элик уже смотрит, но тут он реально может ужасный тайминг поймать. И что, уходит Перфекта, накидывает смог на бэк-овраг. А здесь Элик все-таки переигрывает электроника. Ну что, спасайте, Флейми побежал с ВП спасать. И тут перфекты понимают, что ему надо хотя бы парочку с собой зацепить, и то лучше выжить, дать минус 2 и выжить, как-то ждать тиммейта. Но времени пока достаточно, то есть Флейми может успеть на хилпу, но он с авиком прогоняет перфекта. Убили без шансов, Флейми выбил бомбу. Забрали сразу, она в руки упала игроку, Бумыч минус Элиш, 2 в 2, ставится бомба, Молик. Так, Флейми на бенч не пропускает, видит флешку. Так, пришел Бумыч. Ну что же, Бумыч, Флейми против Нафа и Грима. Причем инфа-то есть по Флейми точно. Байтит Флейми в целом. Бумыч пикает. Отличный момент. Наф. Ну, опять же, вот... Если у него сейчас все залетит, я удивлюсь. Один в один против Бумыча. Бумыч или Наф? Бумыч! Ой, ну тут Наф, конечно, промахнулся, но Бумыч все равно его убил.
Тяжелый старт, но тем не менее можно было и в основное время выиграть, но теперь на допах Нави попытаются это сделать. Не попадает Стюви, и Бумыч взбивает Элиджа. Вот это да. 5-4. Стюи пытается дать размен, но натыкается на АВП. Ну, забыл, что там Флейми стоит. Либо поверил, что его сейчас в этом раунде не будет. В итоге 5-3. И мидл прожимает электроник. Здесь Смоки замечает соперника. Чуть получил урон. 92 хп остается. Накинул молотов. Сейчас подвал. Хае просто съел Грим. А Элик уже убежал на Б. Ну да, как-то очень аккуратно тут Грим выходил. Элик запасом там еще в несколько секунд ливнул. Попахивает ГК на самом деле. Ну то есть 5 в 3. С инфой, что это мидл. Ну, смотрим, это КС. Сейчас там бац, минус электроник, знаешь, и пошло-поехало. Но там Элик тоже пока не подставляется, должен вписаться в нужный момент. Как раз его больше ожидают ребята и опасаются из команды Ликвид. А там еще целая история на точке А. Их ждет и Бумыч, и Флейми с АВП, и про Флейми они знают. Ну, теперь посмотрим, что по смокам получится. И Моликом под Бумыч, кстати, может Молик залететь? А не в джангл. Запушили, натопали, перфекто слышал двоих-троих точно. Такие, опа, а там никого. Ну это все, казалось бы, но наш минус Элик. Может в шорт? Нет, иду все-таки на базу А. Здесь Бумыч. Флешка вверх, Бумыч от нее отвернулся. Ну Симпл вернулся на Б, да, это дает тут еще шансы, хотя здесь все равно два игрока есть, плюс третий близко, это перфекто. Нет, инфы по Бумычу, нашли его. Так, Флейми размен, тут вот очень важно. Да, все, походу это ГГ, друзья, на первой карте, ну посмотрим, на F1-3, оп-оп, но нет, перфекто и здесь его находит. Тяжелая первая карта, но вытаскивает эту карту на Атус Винсера и выходит вперед в этой серии со счетом 1-0. Дальше и карта нюк, но они будут начинать за атаку. Ну, команда может в следующем году неплохо действовать, и все движется в нужном направлении. Так, проход без смоков от Нави. Тут штрафанули Эликом. Минус 40, там 39 хп у перфекта. Да минус бомба, вот это самое печальное для Нави. А тут еще может как раз эта бомба и подарит удачный эпизод, вот когда так ребята играют, а Бумыч уже в спине. Но тут вопрос, вот Нави слышит соперника. Да, да, и тут не удивительно никого. Да, и Бумыча в итоге с двух сторон зажали, и в итоге, да, с бомбой все-таки проблемка случилась. Ну, глоки, если бы глоки поменять на диглы, наверное, в нами бы не было проблем. Но здесь, конечно, более дальнобойные пистолеты у Ликвид. Не, ну там если целиться, и там не так все и плохо у Глока, но как бы да, понятное дело, у Юспик там может спамить. Все-таки работать на дистанции гораздо лучше. Ну что же, Флейми неплохо, размен от Стюи, 2 в 3, у Нафа очень мало хп, все-таки забирают Илья бомбу наконец, ну и Грим убегает уже на точку Б, тоже пытается играть дисциплинированно, хотя вот стоял бы сейчас, возможно, бы просто вписал бы перфекта и все, 3 в 1, без бомбы для Флейми. Что? Опа, 2 в 2, Флейми, важнейший минус, на базе абсолютно никого больше не остается. Да, это беда уже, все, тут проверил за плентом, понимают ребята, что, скорее всего, 1-9, там, второй красный. Ну, если там вот игрок, который стрелял по Нафу, понял, что, ну, хорошо раздамажил. Наф. Так, не дождался Флейми, вот он, увидел, момент истины. Окей, ну тут перестрелка Флейми-то и не нужна особо. А еще и у Нафа киты, умирать-то нельзя, пошел к тиммейту в 9. Да, говорит, ладно, я с тобой тогда, меня там уже заблокировали, тут сам пытается пройти Грим. Прыгнул в плент, второй тоже, но бомба-то с этой стороны стоит, поэтому без шанса для Нави, 1-0, поехали дальше. Хорошая, очень нужная, важная пистолетка за атаку. Против форса соперника, давайте смотреть, как он будет действовать сейчас. Залетает на точку, будку надо проверять, так, угол проверил, будку, флешка. Ну ничего страшного, тиммейты доработали, есть инфа про девятку. В принципе, раунд выигран. То есть на базе А никого, все там хаешками закрывается, 9. Да, это частенько самый лучший вариант, понимая, что там на форсе гранат мало, там моликов, хаешек, остановить будку двери очень сложно, и ты просто залетаешь с ноги и под хорошую раскидочку заходишь на точку. Что и получилось. У Нави вот здесь, правда, съели Симпла, но как бы это не проблема. Саня там немного экономил деньги. 1300 у него в данный момент, плюс деньги за выигранный раунд. Ну и Стюи пытается засейвить скаут с арморчиком. Ну, в принципе, это получается. И, может быть, где-то Стюи еще кого-то там на двери в начале следующего раунда, либо на улице, ну, поймает. Либо вновь вот будет заход с ноги на точку. Тут даже еще лучший вариант, чтобы сейчас залететь на минус Бумыч. Да, неприятно. Так, как-то у нас даже обсервер не ожидал такого минуса. Стюи в ангаре. Ну, в принципе, Элик может побежать. То есть, своим бежит, бежит, бежит. По голове не попадая Стюи, в принципе, тут запас здоровья позволял играть агрессивно электронику. И вновь быстро, да, все правильно, что-то тянуть с ноги на точку. Правда, вот где тиммейт, вот, вписался, есть инфа про 9, есть инфа про плен, скорее всего. Нет, Флейми не допроверяет, но там, наверное, что-то смотрит, просто байт. Так, так. Слышал, не услышал. Ну, Элиш навряд ли погоду сделает, хотя бомба на земле. Ну все, Элик приходит. И завершает этот раунд. Так, надо избавляться. Есть на что поменять там вообще это. Ну и давайте смотреть, что это будет. Может, все-таки какой-то фейчок. Дали гранаты, ждут поджима с Б. Никто не ворвался. Странно.
Пошел потихонечку электронику. Он уже в смоках там, он уже в мейне практически. Раскидываются рампы. Хороший минус, но дальше не стоит идти. Просто, да, молик в нафа, шикарно пока работают нави. Есть 39 секунд, главное, чтобы на все хватило времени. Твист погибает от рук электроника. Точка вновь без защиты остается у Liquid. Пока прям очень строгий старт от Na'Vi, прям ну, все четко. Да, это не Godsend, это именно в своем стиле, в стиле Na'Vi было разыграно все. Никакой раскидки А, там шатнули рампу, причем дали там минус, не подставились под давик, дали молик, вернулись. Ну просто все великолепно пока проходит. Теперь бы еще вот сейвящих подловить немножко. И было бы вообще шикарно. Саня забирает стюви. Ой, Саня, минус Эйлидж, и все, Na'Vi с авиком остался. Вот это шикарно. И его нашли. Ну, правда, он убивает, но как бы есть еще время его загнать. Там перфекта не считается ближе к респауну. Отвлекает на себя Simple и перфекта ставит точку в четвертом раунде. 5. Тем временем пошла агрессия в защите. Эйлидж прожал. Там же Na'Vi пытался занимать радио. В итоге, как мы видим, на рампу прогнали немного Liquid. Но здесь засада из двух игроков. Так, ну там уже молик в хилпе. Правда, этот молик зашел Na'Vi и повесил хэдшот. И Грим еще сразу же пикнул Бумыча. Но что-то мне подсказывает, что 3 в 5 еще могут спасти этот раунд ребята из Na'Vi. Если Эйлидж тут не промутится в спину, а он уже почти на Т-респе. Не законтраливает электроник, у него еще и бомба. Ну, подождем, может быть, еще все получится. Ну, пока, да, ситуация просто шикарная для Эйлиджа и его команды. Тайминг просто все великолепно. Но вот если сейчас электроник развернется, нет. Эйлидж, две спины, не попал! Флейми, как он верил, что Элик его прикроет, он даже не дернулся развернуться. Ну да-да-да, и смотрел вот как раз перед собой. Ну что же, вот и раунд для команды Liquid первый, вот так вот на ровном месте. Ему уже накинули молотов, и в этот момент атака пытается под раскидку зайти на плент. Нав забирает электроника, будку можно забрать, но надо забирать плент. Что делает Бумыч? Будка... Убить, убить, убить! Как же так-то все еще живет Стюи? Ну, слишком долго убивали его. Да, что позволило Гриму все-таки с девятки раскрутиться. Если бы сразу Тек его забрал бы, то девятку уже бы два ствола принимала. Ну, найс, Рай, Na'Vi неплохо. Команды Liquid. Ой-ой-ой-ой-ой. Уже верил, что Na'Vi ушел туда в респаун, но Na'Vi вернулся в ангар и дал минус. Забрать бы этот скаут теперь как-то. Еще, возможно, пострелять из него. Да. Na'Vi снова репикает. Так, все, проклятый скаут, больше не подбираем его. Так, еще одного на улице видит, тут прикрывает его. Эйлидж отличненько. Ну все, друзья, это выход на 4-4. Ну, правда, у Na'Vi уже там 2900 луз бонус, да, и как бы со следующего раунда уже максимальный. Перфекта не сдается. Есть первый минус, слышит, конечно, тут в мейне врагов. Хаешка заканчивает этот раунд. Пока что выпускают Бумыча, судя по тому, что он не купил гранаты, его роль просто залететь с энтрифрагом. Так, Na'Vi уже будет штрафовать сейчас вместе с Гримом Na'Vi. А там выход на, все, назад дороги нет. Или есть, Симпл разменялся, непонятно. Бумыч. Нормально, 2 в 2, Бумыч-то на плен вышел. Да, есть инфай про 9 и про игрока, который поджимал сзади, поэтому надо просто вот сейчас принять верное решение, ставится бомба. Ну и есть дым еще у Сани, он накидывает его на мейн. Ну и пока 2 в 2. Все выглядит очень перспективно для атаки команды Na'Vi, но давайте смотреть, возможно, Na'Vi еще с авиком здесь позажигает. Симпл отличная позиция, вот там довольно сложно будет найти. Дым все еще преграждает, мы видим обзор Эйлиджу. Как раз как бы Симпла сейчас они искали бы вдвоем ребята, пока там прячется Бумыч за плентом. Это тоже такой вот тонкий момент, ему надо чекать периодически. Ну, чекает Симпл, вдвоем пошли как раз вот ребята. Прошивают уже будку, понимая, где последний. Тут просто Бумычу не подставится, и Сане бы было бы неплохо его закрыть с другой стороны. Да, понимает. Но уже уходит на оффлайн, на сейф АВП. Пятый раунд для Na'Vi. 1.44 на Natus Винсера, друзья. По-прежнему кэф на вторую карту. Na'Vi. Ты, а Бумыч за ним может? Да, Бумыч за ним. Вот это да, красавчик. Кэп на месте, не спит. Все отлично, энтри есть. Что-то Na'Vi вообще не ожидал такой дерзости. Даже не успел развернуться в этом моменте. Энтри-килл для Na'Vi отличный. В секрет мы видим, уже спускается Эйлидж. Но его должны, по идее, тут ждать. Ну, тут... Или мог... нет? Нет? Ну, нет, тут две спины может быть. Так, Эйлидж уже понимает, что это шанс. Минус электроник. Правда, Бумыч должен быть готов. Там авик у Бумыча. Да, зачем? Он пикнул, я думал, будет просто ждать. Ну ладно, не попал. И Simple попытается забрать аплент. Здесь твист на точке, друзья. Клпы нет никакой. Там двое на рампах, один на Б. С вентиля разве что сейчас подымется игрок. Эйлидж готов, готов выныривать из вентиляции. Стюи, хаяшка в точку, там Флейми. Терял чутка хп. Стюи пошел давать флешки на выход. Для Грима. Тут вопрос, как Саша там вот, поймает флешку, не поймает. Под девяткой не поймал. Ну, или поймал, но не полностью. Эйлидж. Нужно брать инициативу на себя. Есть инфа про вентиль. 1 в 1. 4 хп, Стюи.
Ой-ой-ой, попал по флейме, но все-таки слишком много здоровья было у Егора. Красавчик, у нас что, быстрый выход, тут минус от Стю и размен, и Дайлик уже продавил дверь. По девятке инфа есть, Симпл закрывает тылы, видит первого, второго, забирает и первого, и второго, соответственно. Ну и тут уже Твиз плюс Нав будут доигрывать, Твиз вообще может идти сейвить этот армор. Так, ну да, тут все понятно, 4 в 2 ситуация, отличная игра от Нави, вот вновь против экономического раунда Liquid играют быстро на аплент. Ну, хороший план на игру. Если в следующем раунде нюке будут это делать, конечно, их там будут жестко принимать, но в этом и смысл КСа, что в следующей игре будет немножечко другая тактика. Большую часть игроков, шикарная игра от Нави, и смотрим за продолжением, потому что еще один берут, это 8-й и 9-й для атаки, это будет уже очень хорошим результатом. Так, зажимают электроника, но смог залетел, но Элик не проверяет лево. Да, но Элик там воевал конкретно против Нафа, ну и не было инфы, что Элиш настолько близко. Бумыч пытается разменяться, но там уже и след простыл. Соответственно, игрока защиты. Стюи за смоком. Так, ну тут Элиш... Ну как-то не прикрыли электроника, да, вот и вновь его поймали, там, когда он играет один. Будет ли агрессия? Да, Стюи пошел в поджим. Хороший угол для приема. Флейми уходит, причем, возможно, его даже слышал тут Стюи. Ну, скорее всего, да, слышал, что он отошел к респу. Ну и ждем решения от Нави. Есть куча гранат, куча раскида. Ну вот все-таки... Гранат куча, но дым один. Где, куда и когда. Под кучу флешек, может быть, выпустить на А кого-то. Бумыча. Идет. Если не щелкнет Элидж. Смотрим, проверяется вентиль. Дальний. На Б напрягает перфекта. Стюй поджал будку, тут нужен размен. Есть размен, есть инфа по пленту для защиты. Минус 9. Может, назад, парни? 35 секунд, перфекта. Молотов в девятку. И вентиль, вентиль, вентиль. Ребята, просто вентиль уже на Б, должны ставить бомбу. Нет, решили на играть до конца. Ну окей, смотрим, потушился. Ну, так. Ну вот, потушился, да, молотов. Смок хороший для защиты, там даже можно с него попикать, по-моему. Ну это авик в девятке, то есть там Нав пока выползет. Ну и Флейми как раз ждет прохода, да, на смоком. Как раз в левую сторону, если пойдет на флай, то его там и поймают. Но, правда, позиция Флейми мне тоже не очень нравится. Повезло, что его только что не штрафанули. Ой-ой-ой, опасно. Ребята, зажимаемся в будке. Но размен удачный, шикарный просто. И дальше по флешкам перфекта Флейми играет просто идеальным. 9-4 статистика. Бумыч, все нормально. В смысле, счет на табло. Ну что, Элик минус Нав, отлично. Но правда, вот сейчас чуть больше инфу собрал. Дам больше пространства для своей команды. И смотрим, что делают Нави. Ой-ой-ой, как прописали твисту. Но это всегда CSGO. 83 хп остается. Страшные звуки, много крови, но... Сквозь три вентиляции залетел это дэмэдж. Ну, в принципе, Бумыч... Ну, полкарты сейчас контролит этой позиции. Флейми перестраивается на рампу. Да, надо выходить ребятам. Наверное, они так и сделают. Сейчас, возможно, фейканут здесь. Ну, ничего себе фейканули. Ну, можно и выходить тогда уже. Выпустили Флейми. Отличная работа от Егора. Распечатал рампу. Остается Элиш единственным опорником базы Б. Ну, тут целая минута, поэтому, опять же, рана никакого не будет. Уже бомба ставится. Ну, убиваешь ты его. Ну, окей. Из этого угла он, по идее, не уходит никуда. Так, нет. Почему один? А где? Где? Он уже ждал! Он уже знал, что кто-то будет его убивать! Я думал, Элидж. Что... Элидж! Да ладно! Один на один в итоге, друзья. 22 хп у Элиджа. И что, эйс? И... Либо все-таки клатч для Бумыча. Для Бумыча клатчик, друзья! Все нормально! Десятый заходит Нави. Ставка очень серьезная как раз-таки на раскидку. Готовы ли к этому Нави? Пока не ясно. Симпл традиционно с юспом без глушителя. Электроник в мейне. Опа! Первый пошел. До раскрытия смоков, как мы видим, entry kill для команды Na'Vi. Второй дым сюда же. Ну, так. Как-то так прошли Liquid в этот секрет. Окей, одного потеряли, двое коцанных остались. Флейми остается на базе Б. По идее, здесь толпой должны его закрывать. Два молотова, это, судя по всему, вилка лево-право. Да-да-да, так и происходит. Но Флейми-то все еще живой. Флейми, Флейми, все еще живой. Только сейчас его разменяли. Молотовы догорают, бомба все еще не стоит. Темп... Ну, не тот у команды Liquid. В идеале ставить бомбу, пока еще горят эти коктейли Молотова. Ну, сейчас 2 в 4 без бомбы. Перфекта приходит просто в спину, убивает напастью. И последний, но он понимает, что с этой рампы он уже никуда не денется. В атаку американской команды. Ну, посмотрим. Все-таки парни еще могут немножечко удивить всех нас. То действительно, вот на победу это пока явно не выглядит никак. Перфекта. Хорошо раздамажил и второго. АЕшечку. Ой-ой-ой-ой, 7-7 осталось от твиста. Ну там Стюи, конечно, стоит с зажатой флешкой в руках, но навряд ли она здесь позволит выйти поставить бомбу. Все-таки тут мы видим 2 человека. Пошла флешка, Бумыч, ну нам выключили. Опа, прошла бомба, Бумыч выехал.
Попали по голове, но толку от этого нет. Зафармил. Да, и понимает, что как раз его сейчас будут зажимать. А вот как раз хлопануть-то никто не может. Закрывается просто позиции, и это приносит ему энтри. Ну вот как отсюда уйти? А вот, вот так. Что-то как-то даже не пытались разменяться. Да, побоялись. Возможно, что он не один. Ладно. 40 секунд, просто Liquid с одним красным, бомбой на респе. Что очень мрачная пока что ситуация. Где там Нав? Нав будет накидывать на аплент гранаты. Какую хаешку свою? Ну вот да, накинул. А бомбу там Нав заберет или нет? 25 секунд, бомба на земле. Нав! Как с бомбой дела? Забыли вообще. А пошел за ней Элидж, вообще завал! Ну успеет вроде бы, ну так, так все, никуда никто не успеет. Это сейв сейчас будет от Liquid. Ну вот 12 секунд, бомба да, на это улице. Сейв в атаке при ситуации 4 в 5, Liquid! Флейми тут, конечно... Ой-ой-ой! Стюи сидел просто боком, Флейми пришел, его убил. В итоге никакого слита, ничего не будет для команды Liquid. Они стоят над этим аплентом. Закрыто, закрыто, закрыто! О, ну Твистер-то вышел и раздамажил просто весь плент. А как так? Вроде бы и первый, и второй мог забрать Твиста, но он с первым и со вторым справляется. Пришел Нав и просто переворот. Открыли плент, ладно. Ну что, Simple Electronic. В принципе, это довольно сильные парни. Могут развалить. Ну, ситуация тоже сильная против них. Ну, вот, может быть, Нав сейчас даст шанс какой-то и, да, умрет здесь на двери. Дает шансики. Элик, да, с инфой. А там и твист. С гранатой. Там твист у него не летит вообще сегодня. Электроник, друзья, берет просто дикий клатч и 14 раунд для своей команды. Над будкой. Да-да-да, прицел вниз опущен. Ну, и показывают нам Сипла, но он хочет пикнуть, конечно, улицу. Тут тайминг очень важен. Вот, твист. Не попал. Оу. Попал, но не по голове, как-то в плечо. Чуть, да, не получилось. Зато со второй попытки все отлично. Минус от Симпла. Есть энтри. Тут попался второй. Забайчено. Если еще третьему, это будет вообще фантастика. Но пока тут пытается отстрелить Флейми. Но все-таки здесь уже готов Грим к таким поворотам. 3 в 3. Продолжается раунд. На сложно выходить так без подготовки, учитывая то, что там Авик за атаку еще в полупозиции на улице стоит с бомбой. Ну что, снова довольно вязкий раунд от команды Liquid. 39 секунд. Нав чекает поджимы, поджимов нет. Двойка на один на рампе. Это Simple. Оба в будке? Оба в будке. То, кстати, может, бомбу не дадут поставить такими темпами. Ну да, и сейчас и бумочка может зайти. О, я после такого момента тут вообще переворот может случиться лютейший. Уже идет потихонечку Simple сюда. Девятку закидывает, конечно, атака. Есть еще ХАЕ, 3 флешки, но... Ну, как бы перфекта уже калаш. Так, Бумыч ловит гранату. 17 хп остается у Кирилла. Есть дым на выход из будки. Ну что, большинство для Нави на самом-то деле. Так, сухие цифры на их стороне. Грим первого забрал. Ну, знаешь, что кто-то с девятки будет. Вот вдвоем контролят Симпла. Да, минус Симпл. И тут уже попроще будет. Да, уже Бумыч погибает или дает вертухи. Не-не-не, тут слишком сложно. И все-таки это восьмой для команды Liquid. И как-то по-прежнему... Тут комбина смерти. Симпл. Прочекал Стюи. Его так жестко байтил первый игрок, но он, тем не менее, посмотрел направо. Да-да-да. Не поймаешь его таким байтом. Провокация не сработала. И уже в девятке. Тут, ну, тут сложно будет Элику. Там 21 хп. Он вроде бы ждет, но вот не факт, что пропишет Гриму так, как нужно. Да, все-таки здесь хп явно недостаточно. Бумыч возвращается, но уже в Грим вырубает его из вентиля. Ну и перфекта вместе с Флейми этими позициями уже, наверное, никого не удивят. Да, это девятый, Зевс. Оп-оп-оп-оп! Ну, да что, да ладно! Да ладно! Ну, найс трай, там аж подскочил со стула перфекта, да. Ладно, хотел немножечко удивить оппонентов. Либо даже на Симпла попытаются выйти. Симпл уже сместился вниз. Флейми стал на свою позицию обратно. Ну и Симпл пошел в секрет. А тут дверь. Тут прыгаем вентиль, что ли? Нет гранат у команды Нави вообще никаких. Придется играть чисто от стрельбы в этом моменте. Бумыч. Увидел? Ой, дверь плюс будка падает. Слышали? Префом вырубают. Размен. Восьмерку сейчас будут съедать просто. Флэш накинул игрок в девятке. Ну да, вот, к сожалению, минуса не было, но электроник здесь неплохо, казалось, писался. А вот Флэми уже не ждали. Ждали. Но... Так, он... так, так. Симпла не ждали. Вот кого не ждали, того не ждали. Каешку бы какую-то. Он слышал двоих. Увидел Нафа, вышел из вентиляции. Прострел. Близко. Еще раз. Нет. Ну, выходите, ребята. Сань, может, какую-то пушку взять там за спиной? Там в мейне электроника девайс. Нав, неужели пойдет? Нет, стал под край. Есть флешка у Эйлиджа, в принципе.
Может, сейвить этот авик уже? А вот калаш. И калаш взять, почему нет? Нет. Саша Симпл тащит этот раунд! Жесть! Еще и дефьюзит! 10 секунд! Это незаконный 15-й. Да ладно. Вообще фантастика. Ну да, чтоб Симпл, да, не раздал. Да хоть один раз, да такого не бывает, друзья. Это жесть. Как они зажались против Симпла. Играли на таймер, и все равно 10 секунд дефьюз. Был Молотов, была флешка, Молотов отдали. Вот он, Молотов, Симпл под него пикает. Оп. Ой, ой, как жестко. Помню такой момент. Так, ой, в мейн уже прыгнули, дали инфу на помощь. Развернулся, отвернулся, развернулся, отвернулся. Все, раунд за ликвид. Что-то тут пошло. Развернулись, повернулись, $0 у команды Na'Vi. Да, и Simple с АВП. Короче, будет бой, друзья. Однозначно знают, где Simple находится. И сейчас будут загонять АВП всей команды. Игроки команды Liquid. Или не будут? По идее, должны. Не хотят. Не хотят. Но это Simple. Страшно. Страшно. Сейчас он еще раунд выиграет. Не-не-не-не-не. Не пойдем. Ниндзя. Ниндзя дефьюз. 360 ноускоп. Нет, нет, можно просто ливать в КТ. Не сдаются Liquid после такого обидного раунда, причем без тайм-аута, моментально дают жесткий ответ. Десяточка уже есть для Liquid. Вместе с Электроником. Тут три смока уже прилетают в исполнение атаки. Пошла флешка, и втроем, даже вчетвером проходит ребята. Но Simple, вы видите, играет хитро. Ой-ой-ой. Оп, убил, но не уйдет уже, скорее всего. Ой-ой-ой. Твист. С ножом бежал. Ой-ой-ой. Что, это ГГ, друзья? Раунд с одним АВП от Саши Симпла. Ну, чуть-чуть вот, да, расслабился. Все-таки мог там попробовать еще и понакалять своих соперников. В итоге 2 в 5 вот ребята могут взять раунд. Легко, там остались одни пистолеты. Помощь на теровской крыше. А там девайсик можно забрать? Ну, там на цистерне, да. Помощь смотрит на этот труп. Хочет девайс. Там еще улицу не прошли. В принципе, можно даже из этого девайса кого-то убить. Конечно. А где вот он? Нав. Девайс улетел! Девайс улетел! Куда? Вниз упал. Искать девайс. Где он? Где он? Где он? Там соперников уже ищут. В текстуру упал. Перед цистерной, может. Там уже под девяткой они. Что, Флэми? Отдает рампу. Да ладно. Ой, как сейчас удивятся Na'Vi, когда бомба на Б будет. Ну все, нашел, нашел. Калаш, Бумыч. Он пока калаш нашел, пацаны, под девятку. Ой-ой-ой! Тихо-тихо, Флэми, давай за ними. Так он думает, а девятку-то еще не прошли. Да непонятно. Они... Нет, он ждет, что с девятки на Б пойдут. Ну вниз кто-то ждет там или нет? Так да, они шифтом идут. Пошел вниз Электроник с калашом, подожди. Вон он идет, идет, идет под Б. Либо... Главное, чтобы не под вентиль. Так, ну разбили стекла. Все, слышит все Электроник, все понимает, дает информацию. Видит Элиджа. Там вдвоем могут с него сыграть. Дверь может сейчас минуснуть, калаш. Элик, жестко. Последний вызовший Элиш против четверых игроков Na'Vi. Против троих. Против двоих! Стекло! Нормально. 1-2. Молотов! Откуда у вас Молотов, думает Эйлич? Обезврежена победа Na'Vi. ГГ, дамы и господа, 16-10. Все-таки раунд с одним АВП стал последним на карте The Nuke. Браво, Simple. Жестко он раздал на улице. Невероятно круто. Команда доиграла. Все красавчики. 2-0. Na'Vi молодцы, вышли в полуфинал.